Ого! Это мы что сейчас? В той самой республике Карелии? Да. И тут мы были зимой. Угу, такие приключения были. Да уж. Вот бы повторилось бы еще. Камень Венеры, этот, который Пенсила ненавидел. Он там на улице прогуливает. Загуливает. Тут, походу, еще кто-то есть из живого. Карельский климат. А у меня даже нет слов. Не волнуйтесь, ребят. У нас будет много приключений. Насекомые. Самые многочисленные по количеству видов класса животного мира. Многоножки. Это название объединяется 4 класса членистогих. Пауропод. Чё? Вообще ничего не понимаю. Вот бы прокатиться на бабочке. Их более 140 видов. Какие бабочки, линия? Насекомые. Именно. Насекомые. Вы вообще читаете что-то. А все это называется насекомые. А тебе чем разница? Мы, во мне никаких разниц нету. Вообще, че вы все разорались, а? Школьные принадлежности. Это вещи, которые используют в школе. И что, ну мы же живые. Вообще, че мы распоясились? Да, может пора повидать летний мир? Да, пойдемте-ка лучше прогуляемся. Подождите, я хочу посмотреть, что за бабочки. Как они превращаются в гусениц. Точнее, гусеницы превращаются в бабочку. А, ну давайте посмотрим. Я тоже никогда об этом не знал. Так. Видим вот эту картинку. Тут и гусеницы, и сами бабочки. Блин. Не все любят гусениц, особенно Роберт. Так вот. Сначала гусеницы заворачиваются в кокон. Ждет сколько-то месяцев дней. И превращаются в вот такую вот бабочку. Как получится. Вот еще виды бабочек. Ого. А ты расскажи, что написано в энциклопедии. Так, первое. Аполлон называется. Вторая называется Переливница Малая. Третий номер. Дневной павлик глаз. Четвертый номер. Лимонница. Так и называется. Наверное, лимон ест. Пятое. Крупноглазка. Шестое. Траунница. Седьмое. Перламутровка красная. Восьмое. Большая лесная перламутровка. Девятое. Адмирал. Такой себе. Так, десятое. Зеринтия. Полисена. Одиннадцатое. Зорька. 12-я. Голубянка. Такая. Крапивница. Как-то девница. 14-я. Углокрыльница. И 15-я. Чернушка кофейная. Вот я и название всех бабочек сказала. Ладно, пойдемте гулять. Ух ты, вот это я понимаю, не то что зимой. А я ведь весь грязный. Да уж. Ну что, железку не ждали? Ого, мы думали то, что ты дома. Не, я тут нагуливала. Климатом дышала. Климат на планетах. Хотя, может, мы всякую чушь говорим. Ну ладно. Пойдемте растения полюбуемся каким-нибудь.
растениями. А эту тему я люблю. Цветок. Пчелка. Вот это да. Привет, я не насекомая. Я, блин, улетела. Не знаю, что это, цветок похож на ландыш. Линия! А, что такое? Ну что там стоишь, пойди в другое место. Хорошо, пошли. Помните, ребят, мы именно зимой были. Ну, железки, понятно, здесь не было. Так я уже сама в курсе. Мы еще на дерево как-то забрались. Ну, что-то не очень получается. Да уж. Слушайте, мы, конечно, на улице. Но кого мы вообще хотели встретить? Ластик с Пенцилом познакомились с каким-то камнем Венеры. Только мы не знаем сейчас, где он находится. Можешь позвать его? Да, уж тут столько мусора. То коробки, то доски, тут шина какая-то летняя. Да. Куда еще пойдем? Что? Не ждали камня Венеры? Это вы камень Венеры? Ну да. А вы что, правда из Венеры? Ну да. 400 тысяч лет уже, 400 тысяч один. Ого. Мы рады тебя видеть. Ну, в принципе, да, рады. Слушайте, ребят, пошли домой. Ну ладно, пошли. Давай, до завтра. Давайте. Вот дела. Дождь пошел. Еще не дай бог там град или снег будет. Че там ворчишь, Пенсил? Да тут посмотри, дождь идет. Если не дай бог морозно будет. Да завтра прогноз погоды по телевизору сказали, будет солнце. Никакого снега не падает. В общем, ты как хочешь, я ушел. Блин. Так хочется завтра прогуляться, а тут вот тебе. А, что это? Роза тут еще. Ух ты. Пенсил, чем мы такой ранний стали? Кстати, а это кто? Похоже на инопланетянина. Какой ты инопланетянин? Я же такое в энциклопедии видел. Или у железки в интернете посмотрел. Так, по всей видимости, это какое-то насекомое. Точнее, такие животные не относятся совсем к насекомым. Кстати, Пенсил. Я вспомнил, я такую раковину видел. Роберт летел в Сочи отдыхать в прошлом году, и он нашел ракушку. Давай посмотрим, может он отреагирует, и он подумает, что это похожее существо. Так. Сейчас. Блин, что-то я совсем не могу найти. Так мы ее дома оставили, давай дойдем. А, ну пошли дойдем до дома. Вряд ли. Не очень, конечно, похоже, но должно среагировать. Передвигатель груза. Не знаю, как называется я. Блин, надо было усы сделать. Усики прикрепить ко мне. Ну, зачем? Да. Походу, она реально думает, что ты то существо, которое оно само. А, блин, как же оно называется? Я ж такое в энциклопедии видел. Блин, нужно прийти к железке и сказать ей. Мы когда к ракушке шли, у нее не спросили. Да. Слушай, а почему это существо очень медленное?
Да потому что эти существа все медленные. А, точно. Мы все равно не знаем, что такое. И как это называется. Чем-то похоже немножко на черепаху. Вы что сделаете? Мы думаем, что это за существо. А вы что, не знаете? Нет, вообще не знаем. Это улитка. Улитка? Да. И в ней ничего такого интересного нет. Бывают виноградные, бывают эти. Вот такие. А если убрать панцирь, то получится то, что он ненавидит очень Роберт и больше всего обида боится. Называется слизень. Поэтому лучше не снимать, потому что это не очень противно. Типа я имею в виду неприятный вид. Слушай, а ты знаешь нас? Мы живые школьные прилежности. Ты совсем дурачок. Она разве будет разговаривать с нами? Ракушку надеваю, она думает то, что я улитка. Хастика, что она на тебя так смотрит? Типа она подозревает. Почему у меня не длинные глаза, наверное? Я улитка из Сочи. Меня произвели в Сочи. Это раковина на ней, на спине. Она его перетаскивает. И так далее. Вот почему она так медленно ползет. Понятно. О, привет, Клоп. Привет, Пенсил. Ух ты, это ты сам сделал? Да не, мне наш помогал. А. Хочешь поплыть со мной? Поиграем в пиратов. А, кстати, у бабушки Роберта там бассейн есть. Поплаваем, пойдем. Ух ты, какой большой. Угу. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bow, dipped down, oh, below my bully boys blow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. Пенсо, сегодняшний день защиты детей. Точно. Da 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 da.